Чуть больше года назад врачи детской областной больницы спасли жизнь Леве Золотухину. Мальчик из Еманжелинска случайно прострелил себе позвоночник. На санавиации его доставили в Челябинск. Хирурги прооперировали ребенка и извлекли пулю. Затем вывели из комы и научили самостоятельно дышать. Школьник прошел уже несколько курсов реабилитации. Сейчас заново учится рисовать. С мальчиком занимаются специалисты в Подмосковье. Ребенок уже может стоять, держать предметы. Правда, пока все это он делает с помощью взрослых. Это видео с последнего занятия. Леве предложили нарисовать яркую и радостную картинку. Чтобы справиться с задачей, мальчик полностью доверился реабилитологу. Она помогла ему стоять и держать фломастер. При этом ребенок максимально сам направлял маркер, уверяет инструктор. В итоге получился пейзаж, на котором солнце светит и тучам, и цветам, и траве. Сейчас для Левы важно как можно дольше находиться в вертикальном положении. Ходить, стоять или сидеть. Реабилитологи и родные надеются, что мальчик со временем сможет передвигаться сам. Напомню, что челябинец Лева Золотухин уже год восстанавливается после несчастного случая. Мальчик оказался в реанимации после игры с травматическим пистолетом. Он был заряжен. Пуля срикошетила и раздробила ребенку позвонок. Школьник смог вновь сам дышать после сложнейших операций в Курганской клинике. Теперь 8-летний Лева проходит реабилитацию. Он уже может держать голову и двигать плечами.